молодцы, что пошли на это. Кажется, я немножко волнуюсь больше вас. Решил даже надеть очки. А если серьезно, я с большим уважением отношусь к этой акции, с любовью прежде всего отношусь к русскому языку, к людям, которые хорошо его знают, которые грамотны. Это в наше непростое время интернета и соцсетей действительно редкость. Я думаю, мы обязательно должны уважать, любить наш язык, потому что это без преувеличения наше богатство, наша гордость. И это важно. Улан-Удэ, Севинга. Слышалось в нем имя греческой богини Луны Селены. Мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Пока. Мне было очень волнительно, но мне показалось, что я неплохо справился, даже немножко пошутил пару раз, так что было хорошо. Видел, человек трясет рукой, и я понял, что ну как же, ну давайте.